Ребятки, всем привет! Хочу сделать маленький обзорчик на этого красавца. Это Volkswagen Touareg 2017 года. Машина выполнена в черном цвете, в комплектации Airline с 3-литровым турбодизелем на 193 киловатта. Пневмоподвеска. Airline исполнение кузова. Шикарное состояние. Без царапин, вмятин, без ДТП, без подкрасов, перелаков. В общем, целая, ровная, классная машина. На супер хорошей комплектации. Пневмо. Бесключевой доступ. Заводская тонировка. Airline. Большие 21-е катки. Панорама, задние фонари LED, спереди фары Full LED с ассистентом динамического освещения. В общем, такие, как нужны, получается. Гляньте на это состояние машинки. Какие-то там мушки прилетели, ну вообще бомба. Просто шикарно. Ну, короче, ребят, новая машина, вот могу так сказать. Камеры 360. Блин, ну просто капец. Ну, нулевый вообще. По кузову нулевый. Бомба. Ребят, камеры 360, фары Full LED, все ассистенты, панорама. Бесключевой сказал. По салончику, ребят. Эксклюзив. Черный потолок. Эксклюзив в порогах, порожки подсвечиваются. В комплектации есть премиум музыка Динаудио, эстетическая подсветка, память премиум сидений, электрика, управление пневмой. Ну и такие доп. Опции, которые очень нужны. Это подогрев лобового, это камеры 360, это подогрев руля, вебаста. В общем, аппарат на заряде, задняя клима, так выглядит диванчик задний, тачка вообще в огне, шторочки есть, эстетика есть, пушка просто, вообще по машине замечаний нет, ну нет замечаний вообще, хром, рейлинги одни, рейлинги вторые, запасочка. Весь комплект, все есть. Фаркоп, электропривод крышки багажника. Давайте сядем вовнутрь. Гляньте состояние руля. Новая тачка. В общем, пробежек, как всегда в автодвиже, это оригинальные пробеги и полная история сервисного обслуживания. В общем, тачечка вообще прелесть. Супер состояние, ребята. Состояние на 5 с плюсом. Так, давайте его заведем. Кнопочка старт-стоп. Так как бесключевой есть. Электрорегулировка рулевой колонки. Дистрон. Подрулевые лепесточки. Ассистенты. В общем, В тачке все есть. Немаловажно, черный потолочек, панорамка. Ну-ка попробуем. Все работает, все зажигается, все открывается, все по технологии. Два ключа подключены к машине. Ассистенты, в общем, все ассистенты. Долго ходить не буду. Все ассистенты. Эстетическая подсветка, ассистент динамического освещения, система адаптивного освещения АФС. В общем, ребят, машина на заряде. Состояние бомба. 17-й год, 80 тысяч пробега. Ребятки, ну это ракета.
ракета такая, как она должна быть. Здесь ремнем не побито, все четенько, все гладенько, блин, ни царапочки, ни мяточки, не курили в салоне. Все, блин, шик-блеск. Динаудио, музычка с сабвуфером. В общем, ракета такая, как она есть. Давайте глянем, что у нас под капотом творится. Ребятки, что могу сказать по моторчику, по моторному отсеку. В автомобиле 80 реального пробега. Ну, тут все четко. Блин, ну состояние, ну новое. Просто новое. Булочки, ничего не крутилось. Все заводское, в заводской красочке. Все по оригинальчику. Сейчас пройдусь по фарам. Тут немножко кто-то подзатер, но видно там 17-й год. Тут все четенько, 17-й год. Но я там досмотрел, на той там 17-й, все четко, ребят. Тут 17-й год, все окей. Машина 17-го года. Мотор V6, TDI 3.0, 193 киловаттика. Ракета. Мужики, тачка новая, просто новая. Просто новая во всех смыслах, во всех отношениях. Ни сколов, ни царапин, ни вмятин. В огне, короче. Кому нужен классный, черный, чернющий туарег, скорее звоните, пишите. Сможем вам его продать. На учетик поставить, если надо, то, ребят, знаете, куда обращаться, компания «Автодвиж». Пишите скорее, ребят, звоните. Машина реально, реально хорошая, классная. Едет быстро, бодро. Блин, шикарная тачка, шикарная. Все, ребят, всем хорошего настроения. Всем пока.